Друзья, здравствуйте. Сегодня у нас 5 декабря 2022 год. Я нахожусь в Крыму, недалеко от села Морское, рядом с горой Папая-Кая. Вот гора Папая-Кая. Вот на ней там зуб вот такой интересный, с которого хорошо фотографироваться. Тут ущелье, вот там вот монастырь. Остатки монастыря. Вот там была раньше внизу колодец от этого монастыря, где была вода. Сейчас в этом месте мало что растет. Но интересно ущелье. Вот, и я монастырь первых христиан. Немножко холодно, руки мерзнут. Вот, тут уже началась зима. Ночью заморозки, но днем оттаивает и можно сажать. И вот в этом вот ущелье я хочу посадить такой лесосад дружбы. Начали мне присылать посылки с семенами для посадки. Сегодня я буду сажать семена, которые прислал Андрей Петров из Калужской области. Спасибо ему огромное. Вот семена. Я тут добавил свои. Он прислал абрикос, сливу и черешню. Ну, я добавил еще разных семян. И теперь все посылки, которые будут присылать мне для посадку, я буду стараться сажать здесь. И постепенно посажу здесь такой лесосад дружбы. Сюда можно будет приезжать тем, кто присылал семена, и вместе со мной гулять, кушать плоды, ну и отдыхать в Крыму. Вот там внизу можно стоять с палатками. Это довольно дикое место здесь. Ну, как бы никто никого не гоняет за то, что с палатками стоят. Вот. Ну, сажать я буду вот этой вот, делать лунки лопаткой, вернее такой кирочкой, киркой. Вот так делаю лунку и туда сажаю семена все вместе на выживаемость. Вот. Ну, желательно разных видов, они друг друга, пока маленькие, будут поддерживать, потом кто-то будет доминирующий и вырастет, кто-то в подлеске будет. Вот. И вот буду идти вверх, сколько мне хватит силы семян, до самого верха. Вот. До верха этой горы. Ну, конечно, на вершину лезть не буду, а у подножия буду засаживать эту Папаю-Каю. Это Святая гора. Отец гора называется. Можете мне помогать, если вы находитесь в Крыму, можете заехать как-нибудь в гости, посадить вместе. Можно прислать семена, можно сажать самим там, где вы живете. Если у вас нет семян, можно приобрести у нас на сайте golesosad.ru или golesosad.com.ru, это российский сайт, ком украинский. К сожалению, мы не можем сейчас отправлять семена в Украину и получать семена с Украины из-за известных событий. Но, надеюсь, все рано или поздно нормализуется. И семена и саженцы беспрепятственно могут переходить границы. И земля у нас одна на всех. Можно поддержать наши посадки материально. Все ваши деньги идут в основном на закупку семян, те, которые мы не можем собрать. Ну или какие-то накладные расходы. Все это требует все равно каких-то средств, поездки, посадки. Мы не только в этих местах, но еще и ездим, и в других местах сажали. Это все есть у меня на канале. Все наши посадки. Вот. Так что
сажайте лесосады для себя и других. Будьте счастливы. Всего вам доброго. До новых встреч.